Здравствуйте, подписчики и гости самого нужного и полезного канала о жизни и недвижимости в Турции. Тема нашего срочного выпуска «Турция сегодня» и новости Турции 2020. Я расскажу вам о новом решении, которое было принято 15 сентября 2020 года губернатором города Анталии. Это решение касается посещения и входа во все государственные учреждения, организации и банки. Согласно этому решению, теперь для посещения любого государственного учреждения, организации, нотариата, почтовых отделений и банков для всех их посетителей обязательным будет наличие кода здоровья HES. Обо всем этом подробно прямо сейчас. Не переключайтесь. Для предотвращения распространения коронавируса Турция продолжает принимать меры, направленные на борьбу с ним. Ранее во многих городах Турции наличие кода здоровья HES уже было необходимым условием для посещения многих государственных учреждений. Теперь данная мера будет действовать также и по всей области Анталии. Что же такое код HES? Код HES – это код здоровья и аббревиатура от слогана «Hayat EVSR», который популярен в Турции в эти дни и который можно перевести на русский язык как «Жизнь защищена» или «Спрятана дома». Код HES предназначен для проверки и контроля за тем, несет ли его обладатель возможный риск заражения вирусом COVID-19 и может ли он представлять потенциальную опасность для общества и перемещения в нем. Больные вирусом или люди, контактировавшие с ним и несущие риск потенциального заболевания, будут отмечены в системе HES. Они не смогут перемещаться по стране с использованием общественного транспорта. Также они не смогут теперь посещать любые государственные учреждения. Также код HES предназначен для оповещения тех людей, которые, возможно, контактировали с больными во время перемещения по стране. Этот код здоровья был необходим ранее всем турецким гражданам для беспрепятственного передвижения по стране. Иностранцы раньше могли не получать его. Теперь же, согласно новому постановлению, иностранцам нужно будет получать и предъявлять код HES для беспрепятственного входа в любое государственное учреждение, организацию или банк Турции. Также это нужно будет делать для входа во все почтовые отделения и нотариат. Как же получить код HES иностранцу в Турции? Мы обязательно сделаем подробное видео об этом в самое ближайшее время. Сейчас вы сможете найти краткую инструкцию об этом в описании к этому видео. Какие же еще дополнительные меры были приняты этим новым распоряжением в Анталийской области? Согласно этому распоряжению изменяется время, в которое люди старше 65 лет могут выходить на улицу, если их выход не связан с работой или состоянием здоровья. Если раньше люди старше 65 лет могли выходить на улицу с 6 до 24.00, то теперь это время будет с 10 до 17.00. Контроль за исполнением этого распоряжения возлагается на государственные органы Турции. В случае нарушения данного распоряжения предусмотрены штрафы в размере 3150 и 392 турецких лир. Для тех граждан, которые несут риск заболевания и сознательно нарушают установленные нормы, также предусмотрено и уголовное наказание. В любом случае, хочется надеяться на то, что данные меры помогут в борьбе с коронавирусом в Турции в самое ближайшее время и необходимость в более жестких мерах отпадет. С вами был Сергей Волченков, директор по развитию агентства недвижимости «Толеранс», вашего надежного проводника в мире жизни и недвижимости в Турции. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных событий Турции. Мы знаем и профессионально говорим о том, о чем не знают или не говорят другие. Жизнь в Турции. Подписывайтесь на наш канал и получайте информацию из уст профессионалов.